Ассаламу алейкум всем. Немножко о сегодняшнем дне. У нас очень-очень сильный ветер. Смотрите, очень сильный ветер. Я вот занимаюсь уборкой. Убралась в шкафах, прибралась красиво. Помыла всю посуду. Сейчас я буду мыть пол щеткой. Хочу помыть кафель. Ну, сюда немножко вот так вот жидкости для посуды. И сейчас щеткой-щеткой буду втирать. Как-никак пол на кухне. Он очень жирный. Так вот буду его мыть. А потом уже протирать тряпкой. Так вот, смотрите, пенка. Кстати, мою старыми штанами сынульки. Они очень хорошо вот такое качество, хорошо втираются. Так, супер. Вот так. И проходим везде вот так вот. Швабры. Это у нас уже прихожка. Тоже вот так вот втираем хорошенько. Сейчас буду все отмывать и уже... Стараюсь показать вам чистенький пол. Кстати, у кого есть такое место под лестницей. Здесь игрушки детей, они все разобрали. Надо там тоже сделать порядок. Ну все, девочки, я уже заканчиваю. На этот раз я уже пол мою, вручную. Быстро-быстро. Сейчас помою пол и буду пить чай. Ну вот и все. Ставьте лайки, поддержите, подписывайтесь. Я пью чай. Всем приятно. Сегодня хочу вам заснять рецепт, как мы готовим наш плов. Плов у нас будет с подливой, со сладкой подливой. Называется она кара на лезгинском, на нашем. Здесь у нас будет мясо. Здесь где-то 500-600 грамм мяса. Мы его заранее отварили. И вот бульон тоже от него же. Смотрите, он даже стал как холодец почти что. Здесь у нас также изюм. Помытый, и этот, абрикосы сушеные, тоже помытые. Нарезали 3 вот таких вот головки лука, хорошенько вот так нарезали, это тоже мы будем нарезать туда же. Отправим в кастрюлю, вот у нас в кастрюле тоже уже мы подготовили масло топленое, 3 вот таких вот деревянных ложечек масла. Это смотрите от пропорций, которых вы делаете. Когда делают на многих людей, на много гостей, мы это все жарим по отдельности. Каждый вот это вот продукты мы жарим по отдельности, а потом тушим все вместе. А тут мы будем все вместе зажарку делать поочередно, ставить в кастрюлю и делать зажарку. Когда мы доделаем уже зажарку, у нас уже подлива будет готова, мы приступим к плову. Вот тут у нас килограмм риса. Рис у нас вот такой вот длинный. Басмати. Сейчас мы его хорошенько помоем и оставим немножко в воде. Вот наш рис. Мы его помыли и оставили в воде. Сейчас немножко оставим его в воде, а пока мы готовим зажарку. Вот мы отправляем сюда лук. Сейчас немножко потушим лук в масле. И будем поочередно все сюда отправлять. Но это мы когда уже делаем для себя, для дома. Можно все вместе вот так вот поочередно ставить. А когда уже для гостей, отдельности. Вот у нас уже лук потушился немножко, мягкий стал. Мы сюда добавляем мясо. Когда мы тушили лук, мы добавили щепотку соли тоже. Сейчас здесь еще будем тушить немножко мясо. Потом уже будем опять же добавлять все. Вот наше мясо тоже потушилось, где-то 10-15 минут или может даже больше. И вот добавляем сюда нашу курагу. И вот изюм, кишмиш тоже добавляем сюда, мытый. Сейчас тоже потушим совсем немножко и добавим бульон, тот, который у нас остался от мяса. Пока у нас вот готовили мы подливу, у нас заранее мы поставили в кастрюле воду, чтобы вода закипела, и мы сюда добавим рис, будем отваривать рис. Вот у нас в масле тоже прожарились все наши ингредиенты. Сейчас мы немножко добавим сюда куркумы, это для аромата тоже, и для цвета, и для полезности, для всего. И добавляем тот же самый наш бульон. Будем это все здесь тушить теперь. Будем тушить хорошенько, а сами будем готовить плов. И это все тушится на медленном огне. Это не забывайте, на медленном огне.
Вот мы подготовили ингредиенты. Здесь 1 столовая ложка кефира, 1 яйцо, добавим куркумы немножко, соль, муку сколько возьмет и 1 столовую ложку оливкового масла. Мы это все перемешаем и будем замешивать тесто. Это будет для дна нашего плова. У нас в Азербайджане, во всех странах есть очень много разных пловов, но мы готовим тот самый наш лезгинский настоящий плов со сладкой подливой, с кара. И вот добавляем муку, мы будем замешивать тесто, пока сколько муки он не возьмет. Я уже вам покажу готовое тесто. Вот у нас вода закипела. Теперь мы сюда отправляем рис. Вот аккуратненько добавляем наш рис и будем варить, пока оно не станет мягким. Но не слишком мягким, оно еще будет томиться тоже. Добавляем рис и будем сейчас его варить. А тут вот у нас уже тесто тоже готово. Вот оно у нас такое мягкое, хорошее, красивое такое тесто. Кстати, в тесто можно любое подсолнечное, растительное масло можно добавить. Процедили в дуршлаге. Вот у нас раковину поставили в дуршлаг, чтобы его слить туда. Дуршлаг. Вот мы раскатали такой лаваш из нашего теста. Сейчас мы это поставим на дно кастрюли. Но сначала зальем туда масло, опять же, растительное. Вот мы залили масло. Сейчас мы туда поставим наше тесто, кружочек, который... Наше тесто на дно. И вот делаем вот такие вот кружочки. Можно стаканом. Вот такая вот красота. Сейчас мы сюда отправляем наш рис, готовый, отваренный. Вот наш рис. Отправляем наш рис. Но не весь рис. Сейчас мы отправим сюда топленое масло. Отправляем топленое масло. Перемешиваем. И добавляем сюда же куркуму. Немножко вот перемешиваем, чтобы они перемешались. Вкус, красота, чтобы передалась. Масло. Отправляем наш оставшийся рис. Отправили наш рис. И сюда же мы еще добавляем масло тоже. Оно уже когда будет тушиться, оно распределится, оно растает и передастся по всему плову. И еще добавляем немножко куркумы сверху тоже. Все. Добавили куркуму. Все, уже закрываем. Будем плотно, хорошенько закроем. Можно крышку закрыть полотенцем. Или есть специальные для крышки. Но мы всегда делаем полотенчиком. Чистым полотенцем. Закрываем плотно и тушим. Вот. На дно мы поставим вот такую вот крышку. Мы из крышки сделали... Можно сделать из старой крышки, чтобы дно у нас не подгорело от плова. Чтобы оно тушилось на медленном огне. Хорошенько вот так вот закрыли. А это вот у нас начинка наша. Наш кара сладкий. Смотрите, какой он красивый. А аромат бы вам передать. Вот наш плов уже готов. Сейчас мы его переложим. Сделаем сервировку и покажем вам тоже. Какой он у нас стал. Вот это просто чудо. Аромат такой. Вот наша начинка тоже готова. Вот наше то самое дно, которое мы поставили. Смотрите, оно как красиво
прожарилась там. Это вообще супер. Это вообще, я вам скажу. Он так красиво стал. Вот наш стол к ужину готов. Смотрите, какой у нас получился красивый плов. Какая красивая подлива тоже. Такой вот у нас стол к ужину. Сейчас будем с детками ужинать. Ассаламу алейкум всем.